Всем добрый день! Вы на канале Дядя Федор из Германии. И сегодня я решил заняться наконец-то рассадой перца. Для того, чтобы посадить этот перец, мне надо сперва эти семена на прорастание положить. У меня вот здесь два таких сорта паприки. Это паприка Бензига. Это последователи сорта Бонтемпи. Вот у меня этот пакет, я его сейчас открою. Здесь еще один пакетик внутри. Сколько здесь семян, не знаю. Написано 7 штук. Мы посмотрим сейчас. Могли бы положить побольше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. 8 штук. Я думаю, что это семена качественные, для прорастания они подходят. И я их вот здесь приготовил, вот такую вот стеклянную посуду, положил салфетку. Я эту салфетку увлажняю теплой водичкой такой и покладу эти семена для прорастания. Вот у меня эти 8 семян, я так их в ряд выложил, чтобы знать, какой это сорт. А это сорт у нас, вот это бензига, красный перец, красная паприка. Я просто здесь я напишу красное, красное. Намочил бумагу, уже не пишется на ней. Ну хорошо, ладно, пускай будет так. И у меня еще один сорт, вот такой вот паприки. Yellow California Wonder. Здесь у меня 12 семян должно быть. Сейчас я открою и посмотрю. Так, посчитаем, сколько у меня здесь семян. Это будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. Видишь, как они обманывают. Пишут 12, ложат 18. В нашу пользу обманули. Как здесь написали 7, положили 8, да? Я их отдельно положу эти в ряд. И посмотрим, какие семена у нас прорастут, те мы и посадим. Пусть будет меньше, но качественное. Чем сажать пустые семена, потом не знаешь, взойдет что или нет. Вот так я положил их, эти семена. И теперь я прикрою сверху салфеткой, тоже смоченной водой. И поставлю в теплое место, чтобы они у меня хорошенько прогрелись и взошли. Вот так я их прикрываю этой салфеткой и тоже намочу эту салфетку. А чтобы мне было понятно, где какие семена, я положу сюда вот такую полоску по красным, а с этой стороны положу полоску желтую намазанную. Это будет красная и желтая паприка. Вот я их замочу, теперь они за сколько дней взойдут. Когда взойдут, я вам покажу, как я их буду сажать. У меня вот такая вот земля. Bioanzucht Erde. Это специально рассаду сажать. Вот такая у меня кокосовая земля. Я в эту землю добавлю немножко такой земли, размешаю и буду на этой земле сажать рассаду, семена свои. Я перемешал всю землю, не всю, половину мешочка этой купленной земли и добавил сюда вот этой кокосовой. И теперь я буду вот такие ячейки заполнять этой землей. Таким способом заполним. И потом у меня вот такой вот
контейнер. Я сюда эти ячейки буду вставлять вот так и буду сюда сажать перчик. Вот так я заполнил контейнер этими ячейками. 7 на 4. Сколько будет? 28. 28 семян можно посадить в этот контейнер. Как я вам уже показывал, я сажал вот эти, не сажал, а замачивал вот эти два сорта перца, паприки. Это сорт Профилини и сорт Yellow California. Вот эти два сорта я их замочил 6 февраля. И у меня сейчас на данный момент вот здесь с этой стороны красные, с этой стороны желтые. И вот я их замочил, но что-то так они немножко набухли, семена. А я не вижу, или я слепой, или что-то такое, что чтобы они прорастали так. Ирма говорит, что они долго должны прорастать. Но я их сейчас как есть, набухшие, посажу в землю. Вот в этот контейнер. Одна ячейка. Вот эта ячейка пойдет на красные. Я делаю вот такие углубления. Так, чтобы не слишком глубокие, а то они потом у меня вообще не прорастут. Надо просто положить в углубление. Это у меня красный перец, вот этот. Теперь я буду сажать этот желтый перец. Шестнадцать штук я посадил желтых. Здесь у меня граница. Вот так я посадил все семена. Здесь у меня красные, здесь желтые. Я все расписал, поставил, чтобы знать, где какие. Сейчас я немножко водичкой полью каждую ячейку по ложечке. Так, а теперь я их немножко вот так прикопаю. Буду надеяться, ждать. Вырастут хорошо, не вырастут, будем без перца. Вот такие мы садоводы-любители. Ирма говорит, надо, говорит, ждать благоприятных дней. А когда для нашего перца благоприятные дни были? Еще никогда не было. Неправда. Позапрошлый год у нас эти длинные, все поле было. Будем надеяться, что в этом году поле будет большое. Одна надежда осталась. Собака уже бегает, ищет, хочет на улицу опять. Вот так мы прикопали наши перчики. И будем их крышкой закрывать. Вот такой контейнер купили мы с крышками. Здесь можно открывать для вентиляции. Здесь сбоку отверстие для вентиляции. И с этого конца. Небольшая такая получилась у нас тепличка. Таких тепличек у нас несколько. И мы будем еще в такие теплички сажать и томаты, и может еще и паприку. Нам надо острый перец чили посадить. Ну, это на сегодня все, что я вам показал. Сегодня у нас 14 число, 14 февраля. Кстати, сегодня день Святого Валентина. Всех влюбленных поздравляем с Днем Святого Валентина. Желаем вам всем любви и счастья. Для моей рассады я сделал вот такой импровизированный подоконник –
побольше, пошире, чтобы рассада была как можно ближе к окну, к свету. Но все равно света недостаточно. У меня на балконе вот здесь такой навес идет сверху балкон. И солнце не попадает так прямыми лучами. Только поэтому моя рассада вытягивается в одну сторону. Вот так она стояла. И вся тянется к солнцу. Теперь ее надо развернуть вот сюда, в эту сторону. Это у меня вот такие вот томатики. Я посадил сорт Сан Марцино 2. Вот я их сюда посадил, и теперь они у меня проросли. Здесь у меня тоже томаты, но здесь у меня томаты, семена, которые я сам собирал со своего урожая. И я даже теперь не знаю, вовремя не подписали, и теперь даже не знаю, какие. Но у меня, я брал семена только с хороших томатов, где хорошие, вкусные были. Ну, и надеюсь, что и дальше они будут вкусными такими же, если еще сохранятся до высадки, что-нибудь будет. Здесь у меня паприка, которую я сажал, красная и желтая паприка. И вот такая она вылезла, где-то еще вылазит, где-то еще проклевывается. Тоже много сорняков каких-то непонятных, вот таких вот, что это такое, веточки какие-то, ниточки вылазят, какие-то грибы, грибок какой-то в этой земле. Будет что-нибудь из него или нет, но будем надеяться. Вот такие вот грибы выросли у меня на рассаде. Хотя на упаковке было написано, когда землю покупал, что земля уже полностью подготовлена, обеззаражена. Но, видать, что-то не так. Теперь буду собирать грибы. Надо собрать грибы и полить эту рассаду слабым раствором марганцовки, чтобы немножко землю продезинфицировать. Сколько грибов. Можно грибной суп сварить. Это у нас рассада паприка. Нет, это томаты. Паприка у меня в другом месте. Сколько грибов собрал. Здесь у меня раствор марганцовки. Сейчас полью. Уже томаты длинные, уже друг с другом переплетаются. А вот здесь у меня рассада паприки. Она, конечно, пониже, чем томаты, послабее, но паприка она дольше растет. На этом этот короткий ролик закончу. Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, удачи, мира во всем мире. До свидания. Пока-пока.